От имени огромного коллектива и, конечно, руководства Федерации бокс России я вас сердечно приветствую. Приветствую вас, наши парни, наши защитники Отечества. Спасибо, что вы есть у нас. Мы вас очень любим. Спасибо организаторам, спасибо Министерству спорта, правительству, спасибо Федерации бокса Краснодарского края и всему коллективу боксерскому Южного федерального округа под руководством Дмитрия Геннадьевича Кашина и под руководством Краевой Федерации Быкова Сергея Александровича. Друзья мои, родные коллеги, низкий вам поклон. Спасибо родителям Николая Павлюкова за то, что не только вы есть у нас такие светлые, замечательные люди, а за то, что вы столько делали и делаете на благо развития не только краснодарского, но и российского бокса. Спасибо вам, низкий поклон. Боксеры были, есть и будут защитниками своего отечества. Пусть побеждают только сильнейшие. Спасибо. Мы рады приветствовать всех на первенстве России по боксу памяти Николая Павлюкова. Прежде всего хочу поблагодарить региональную федерацию в лице Сергея Быкова, Федерацию бокса России в лице Умара Кремлева за то, что умеете формировать те отношения, которые принесете через всю жизнь. Удачи всем. Спасибо. От имени дирекции Федерации бокса России в Южном федеральном округе и от себя лично выражаю слова благодарности организаторам первенства России по боксу среди юниоров, памяти мастера спорта международного класса Николая Павлюкова. Всем присутствующим ярких эмоций, отличного настроения и пусть победит сильнейший. Спасибо. Что хочу пожелать от Краевой Федерации лично от себя? Конечно же, красивых, хороших боев, чтобы не было травм, и приезжать чуть почаще в Краснодарский край, на Кубань. Хочу еще поблагодарить семью Павлюковых за такого сына. Все, спасибо.